Добрый день, 21 июня. Сегодня, оказывается, моим гусятам месяц и один день. Съездил туда, где их брал, на базу, на пилораму. Сказали, посчитали мы с другом. Получилось, что им месяц 20-го был. Вот я хочу показать уборку птичника и помещение, где они живут. Выкинул старую стружку, вот она здесь. Не настолько она за неделю мокрая. Убрал их помещение, выгреб все старые стружки, засыпал новым, вот, и покормил. Ну вот они уже с утра съели вместе с редисочной ботвой, почти пол корыта съели своей смеси, поменял водичку, да. И все, они вот на выгул пошли, в сене лежат, водичку пьют, гуляют, мокрая дождь был. Да, есть у вас корм. Вот вся и уборочка. Потом эту тут они нагадят, уберу в бочку. Эти стружки хорошие сосновые. Ну так они живут. Вот снял лист, сейчас положу на место, чтобы удобнее было убирать. И все, ничего не пришивалось. Все, всем благ, вот вся уборочка. Ничего там, паразитов никаких нет у них, проверял. Бассейн, купаются там. Короче, рай для гусей. Все, всем благ.